Здравствуйте. Продолжаем проходить серию Сом 2, и я знаю, в последнее время ролики выходят достаточно редко, но, опять же, последние дни не так уж много времени свободного остается. Но все эти вещи, к сожалению. Ну да ладно. Заходим в эту комнату, здесь довольно нетривиальный бой. Маневрируем между зомбами, отстреливаемся, периодически закидываемся живой гранатами. В какой-то момент появляются пауки. Надо быть к этому готовым. А в остальном ничего сложного. А вот ты. Итак. Появляется ключ в одной из комнат. Пойдем туда. В некоторых вазах открываются предметы, а в некоторых, как, например, вот в этой, враги. Мы забираем ключ. И когда мы попытаемся выйти из комнаты, нас внезапно атакуют. Но можем оставаться в этой комнате. В ней тепло, уютно и удобно отстреливаться. Отстреливаем оставшихся зомбей. Им следует выйти и с обоих сторон расстрелять скорпионов. И еще двое прямо над нами. Появляется второй ключ. Здесь, кстати, есть умножитель очков. Я его просто возьму, чтобы услышать это. Но на самом деле он нам не нужен. Мериться достойными нам не с кем. Здесь враг, кстати. А дополнительные жизни нам не нужны. Забираем второй ключ. И тут уже прилетят хатабычи. В остальном плюс-минус все то же самое, за исключением скорпионов. Хатабыч, походу, был на самом деле один. Ну ладно. Здоровяки пришли. Они довольно опасны из-за своих ракет. Но опять же, мы их можем относительно безопасно расстрелять отсюда. Также с этой стороны. Ой. С этой в том числе. И прямо над нами один. И мы можем двигаться дальше. После того, как возьмем вот этот секрет, конечно же. Так, нужно прыгнуть на этот гонг и... Ау. Интересно. Обычно он сразу хватается. Попробуем еще раз. Да ладно. Ну-ка. Да ты что? Первый раз такое происходит. Конечно, и обязательно вот в момент записи именно надо. Ну-ка, а если прыгнуть? А, ну почти. Так, аккуратненько. Супер. Это наш первый секрет из двух.
Мы выходим в этот коридор. Для начала слева отстреливаем вот этого танка. Далее группа врагов появляется здесь. И продвигаясь дальше по коридору, мы можем наткнуться вот на этом. Далее придут враги. Много-много клоунов. Мы просто отступим и будем потихоньку отстреливаться от них. Помимо клоунов еще будут зомби, парочка хатабычей. Клоунов большая группа, они весело и со смехом взрываются. Задевая всех вокруг. Так что этот бой особого труда не составляет. Здесь вдали танк. А что ж ты отвратительно уворачиваешься сегодня? Далее нам нужно в эту дверь, но осторожно. Здесь прям здоровяк стоит. Так, да, потом в этой вазе прячется зомби. И мы приходим сюда, в этот зал игровой, насколько я понимаю. И здесь сейчас вот с той горки будет спускаться очень-очень много клоунов. И через некоторое время бестиарий будет разнообразиться, создавая нам неудобства. Я думаю, все будет хорошо. Да, вот я слушаю, уже зомби идут. И танки, разумеется. Танки к нам не спустятся и будут пытаться нас выцелить вдали. Поэтому пока что мы сосредоточимся на клоунах. Ой-ой-ой. И будем уклоняться от лазеров настолько хорошо, насколько у меня их получится. Получается у меня это сегодня отвратительно, но я правда стараюсь. После того, как клоуны закончатся, мы займемся танками. Ну и все, используя наш прекрасный дробовик, мы даже с такой дистанции эффективно убиваем этих негодяев. Далее площадка преобразится. Появятся ресурсы и вот такие иньи-яни, которых нам нужно собрать. Ну, нам, разумеется, будут мешать это делать. Встанем на эту сторону и будем отстреливать этих самых нарушителей. Лучше выбрать одну из сторон и сначала убрать противоположную угрозу на противоположной стороне, потому что над нами также есть эти существа. Так, еще парочка.
Эти метки, а? Отлично. Далее мы начнем. А, да, чуть не забыл. Здесь везде, по всей вот этой вот площади, висели вот такие вот лампы. Большинство из них было разрушено. А вот еще одно, по-моему, последнее. И, в общем, нам нужно их всех разрушить, чтобы получить супер ущерб. Да. И теперь мы будем собирать монеты. С каждой монетой будет появляться Хоттабыч. И я предпочитаю использовать супер ущерб здесь. А то они раздражают. А с ним можно их довольно быстро успокоить. Благо, если особо не задерживаться с собирательством, то его хватает на них на всех. Вроде ничего не пропустил. Так. Площадка преображается еще раз, и теперь эти платформы превращаются в батуты. Да. С помощью можно достичь вот этих вот мест. Каждым разом будут появляться новые угрозы. В основном Хоттабычи и танки. И я не уверен, хочу ли я пропрыгать по всем платформам. Мы сейчас попробуем. Но я чувствую, мне это быстро наскучит. Не то чтобы это сложно, просто... Да возьми ты ее. Просто это нудно. Да и я... Сириусом 2 не ставил перед собой цель убивать всех, потому что конечной цели такой нет на экране статистики. Так. Их. Так, ладно. Черту. Мы не будем этим заморачиваться. Просто возьмем последнюю монетку, которая находится вон там. Убьем всех, кому не посчастливилось появиться. О, всего один несчастливчик. Ну ладно. И движемся дальше, соответственно. В этом кусте, по-моему, зомби. И в этой лазе тоже. А мы же не использовали бензопилу в наших прохождениях, насколько я помню. Давайте сделаем это сейчас. Просто для веселья. Она, к сожалению, не такая хорошая, как в классике, но... Кажется, свое дело делает. А тем не менее, вот здесь я не хочу бензопилу использовать, просто потому что в этой лазе прячется здоровяк. В этой лазе тоже зомби. Так, а, да, бензопила. Ну да. Вряд ли я буду использовать в дальнейшем. Ну и... Да, уровень на этом закончен. Надо же, я даже во время уложился, отведенное. Несмотря на то, что страдал фигней весь уровень. Но тем не менее, я... Мне этот уровень всегда нравился. Он короткий, быстрый, насыщенный экшеном. Последние вот это вот
Арена вызывает, конечно, какие-то вопросы своей надобностью, но она все равно довольно веселая. Да и уровень выглядит прекрасно. Музыка отличная. Такая позитивная, заряженная. Ну, да. Я постараюсь, конечно, почаще делать прохождение, но, как я уже говорил, времени не так много последние дни. Но, тем не менее, спасибо за уделенное время, спасибо за просмотр и всего доброго.